мы оказались в мастерской Rotfront Garage. Здесь целая коллекция редчайших Young Timer'ов. Мы уже посмотрели с вами Pontiac GTO. И вот это Lancia HF Integrale, раллийная ракета 80-х, 90-х, конца 80-х, начала 90-х. Потрясающая редкость. Машина с расширенными арками, невероятным турбодвигателем, мощностью, если мне не изменяет память, до 210 лошадиных сил на механике. Тут же последняя 911-я Carrera. Lancia Kappa купе. Очень редкий экземпляр с пятицилиндровым рядным двигателем. Машина одного известного коллекционера. В прекрасном состоянии и благородном серебристом цвете. И тут же мы видим невероятные суперкары 90-х. Это Honda NSX с шестицилиндровым двигателем в центре, поперек, задним приводом, невероятно низким центром тяжести. И Lotus S4 почти такой, как был в художественном фильме Pretty Woman или Красотка с Ричардом Гиром и Джулией Робертс. Машина в точности в том же цвете, с черным салоном, на оригинальных дисках. Вот откуда началась мода на серебристые машины. Очень низкая посадка, низкая крыша, крайне тесный салон. Можно, да? Спасибо. Угу. И четырехцилиндровым двигателем. Вот это мы видим, друзья, оригинальный салон, механика, очень высоко расположенный рычаг. Посмотрите, где расположен ручник слева. Очень небольшой руль, почти горизонтальная рулевая рейка, высоченный туннель. И, конечно же, только два места. Двигатель сзади с центральным расположением. Спасибо. Спасибо. Потрясающий автомобиль. И, конечно же, главный фетиш 80-х – это поднимающиеся фары. Кстати, Honda на очень культовых сборных дисках BBS, вот, которые в какой-то момент даже были колесами Михаэля Шумахера в 2000-х годах. Настолько выросла их харизма. А здесь, как мне кажется, они очень уместны и подчеркивают вот такой вот классический силуэт этой машины. Невероятное соседство очень комплементарных по духу двух суперавтомобилей прошлого. Carrera 911 SC. Классический
с воздушным охлаждением. И Pontiac GTO. Первый muscle car. Это или 61, или 63 год. Машина, к сожалению, с автоматом. Но весь дизайн, который позже попал в 24-ю Волгу, здесь налицо. Pontiac GTO. Считается первым зачинателем, прародителем Muscle Cars. Ну и здесь целая плеяда янгтаймеров. Это и Mercedes E-класса, и BMW 5 серии, Mercedes SL и BMW Z4M. Все это в атмосфере труда, брутальных таких лофтовых конструкций. Интересное покрытие в виде вот такой вот структурной плиты. Интересно, что оставлены отверстия под фонари, но фонари не были сделаны, и это нарушает регулярную структуру конструкции покрытия. Немножко сбивает с толку. Тут же ремонтируется Porsche 996 под чехлом. Тоже один из последних переднемоторных Porsche 90-х годов. Это модель 968. Посмотрите, в потрясающем цвете, в который красился также 911 RS. Вот список того, что нужно сделать. Машина, очевидно, в оригинальной краске. Да, да, и оригинальный цвет, который потом еще в него красились 911 RS 92 года. Называется Maritime Blue цвет. Точно. Мы его выбирали долго, он, да, был черным. Ага, ага. И смотрели, какие наиболее интересные варианты. То есть он был не этого цвета, он, да? Он был черный, да. Понятно. Мы его в прошлом году потратили. Угу, угу. Что почти готов, да? Но салон оригинальный салон, остался. Салон тоже перешит. Перешит, да? Понятно. Угу. Вот. Ну, панель передняя оригинальная. В принципе, мы ее не перетягивали, только рулевое колесо и там на багажнике. Да, видно, что новая кожа, да. Ага, свеженький. Да, велюрчик новый, да? Да. Вы подобрали. Да, все. Вот, очень близок к оригиналу, к поршевскому велюру очень. Собственно, мы подбирали. Вот, ага. Именно тот цвет. Понятно. Ага. Здесь 4 цилиндра или 6? Да, 4-цилиндровый мотор, ага. Атмосферный, без турбины, огромного объема, я точно не помню. 3 литра, да. Ну это, помню такие моторы, да. Закрывается? Диски оригинальные, да? Ну как, тоже перекрасили. Нашли. Ага, да, ага. Удалили перебрали. Понятно. Много чего на самом деле делали, антикрыло вот поставили, потому что здесь стояло стекло заднее 944-го, оно немножко другое. Вот. Угу. У него резиновый спойлер, а не пластиковый. Вот. Стекла новые. Стекла меняли. Да? Меняли, потому что они без царапинки вообще. Практически полная реставрация автомобиля, да, произведена? Ну, как бы, не то чтобы реставрация, потому что мы поставили музыку сюда современную. Ну, это понятно. Но в целом по кузову, салону. Да. А мотор перебирали? А, ну, как, чисто текущий отпуск. Угу, понятно. Без
Я в целом сниму ее. Ага.